К вашему вниманию представляю увлекательный канал под названием DLK. На канале этого парня ты найдешь различные видеоролики по игре Black Strike, так что если тебе нравятся хорошие каналы, то ты его нашел. Переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Ну а мы продолжаем. Привет всем, ребята, с вами ваш КентаПК. И сегодня ваш Кентуха вам расскажет, что же, по его личному мнению, было бы довольно-таки неплохим дополнением к новой версии Black Strike. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, потому что если разработчики посмотрят, что вам нравятся подобные концепты, то они такие: «Хм, подписчикам нравятся эти идеи. Хм, а давайте-ка мы их введем!» Так что все, ребята, зависит только от вас. Ставьте лайки, и тогда эти идеи, возможно, будут реализованы. Ну что же, а мы начинаем. И, ребята, самая первая тема, и она в то же время самая интересная, это, конечно же, кланы. Ну почему? Ну почему в такой игре, ну нету до сих пор кланов? Ну, ребят, вы только представьте, как было бы классно, если можно было бы вступать в гильдию Кента, например, да? Или в клан Тик-Така. Вы только представьте, как это было бы круто. Поэтому я такого мнения, что кланы надо добавить в первую очередь. Идея номер два, это, ребята, конечно же, торговая площадка. Не знаю, как вам, но как по мне, это было бы довольно-таки круто, очень классно и очень полезно. Ну просто представьте, к примеру, у меня есть два керамбита, и я себе хочу точковые ножи, а у кого-то есть три пары точковых ножей. Мы с ним меняемся, то есть я ему даю свой керамбит, а он мне свои точковые ножи. Вы только вдумайтесь, как это было бы круто. Блин, ребят, ну вот за такие идеи вы просто обязаны поставить лайк, потому что я прям, знаете, прям от всего сердца отрываю эти идеи. Третья, не менее крутая идея, это, ребята, сделать большую карту для сходок. К примеру, на данный момент, ребята, я создал сервер с мини-играми, и там просто огромезная очередь, просто вот такая очередь. Так вот, ребят, надо создать отдельную карту, там, где будет 100 человек, и там, где ютуберы смогут проводить сходки для своих любимых подписчиков. И четвертая идея, это, ребята, добавить нож Infinity. Не знаю, как вам, но как по мне, вот это справа нож, видите, да? Не знаю, как вам, но как по мне, это просто конфетка, просто вах, какой классный нож. Поэтому я такого мнения, что надо добавить такой нож в игру и сделать на него самые маленькие шансы падения. Вот это было бы круто. Даже очень круто. Так что, кто за, ставьте лайк, подписочку, там, колокольчик, все дела. Ну, вы поняли, да? Пятая идея, очень-очень крутая. Ребята, пожалуйста, слушайте меня внимательно, потому что эту идею надо понять. Я хотел бы, чтобы добавили такой кейс, в котором бы не выпадали повторки. То есть у нас есть, грубо говоря, кейс за 100 золота, но там часто выпадают повторки. Это, ребят, очень обидно, когда мне выпадает по 5 раз АВП Injection. Так вот, я хочу такой кейс, чтобы в нем никогда не выпадали повторки. Ну, конечно, чтобы он стоил дороже. К примеру, 300 золота. Это была бы нормальная цена. Ну что же, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайкусик вашему кентухе, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, и я не знаю, почему я говорю как дебил, но, короче, ребят, ставьте лайки, подписочки, и, пожалуйста, напишите в комментариях, что же вы думаете по поводу всех этих идей, и напишите, пожалуйста, стоит ли снимать продолжение или нет. Все, ребята, всех люблю, всем удачи, жду от вас комментариев, я их буду читать, давайте, все, всем пока, всех люблю.